Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. На 7-м месте в России оказалась Кировская область по росту производства в обрабатывающих отраслях. За январь-март этого года индекс промышленного производства в этом секторе экономики составил 122%. Это 4-е место среди регионов ПФО и 7-е среди всех субъектов страны. Рост производства отмечен в машиностроении, фармацевтике, в химической промышленности, деревообработки, уточнили в Министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области и добавили, что рост в этом году продолжится и далее. Кировчанам рассказали о сроках социальных выплат в мае. Меры соцподдержки, финансируемые за счет областного бюджета, семьи с детьми начнут получать со 2 числа, отметили в региональном правительстве. Социальные выплаты и пособия, которые выплачивают из федерального бюджета, семьям перечислят, начиная с 6 мая. Пожилым гражданам и инвалидам, которые получают денежные выплаты через отделение почтовой связи, перечисляют их вместе с пенсиями с 3 мая. Со всеми мерами соцподдержки и сроками их выплат можно ознакомиться на сайте Министерства соцразвития Кировской области. В эфире «Экономика». Кировских школьников приглашают поучаствовать в Олимпиаде по экономике и финансам. Она пройдет с 4 по 11 мая в онлайн-формате. А проводит ее региональный центр финансовой грамотности Кировской области при поддержке регионального министерства финансов. Принять участие в Олимпиаде могут школьники с 9 по 11 класс, а также студенты учреждений среднего профессионального образования. Задания Олимпиады включают тесты и вопросы, практические задания по основам экономики и финансов, денежного обращения, кредитования и инвестирования. Найти полную информацию и зарегистрироваться можно на сайте ВИАТГУ. Победителей Олимпиады, занявших 1-е, 2-е и 3-е места, ждут дипломы и дополнительные баллы, которые будут учитывать при поступлении в Вятский госуниверситет. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».